Дорогие друзья, сегодня у нас непростая лекция, потому что Мукусардык, во-первых, у нас была уже лекция в прошлом году, и мы подумали, что это прям, наверное, зарождение доброй традиции. И, ну, все, наверное, знаете, самая высокая вершина Саян, самая высокая, ближайшая к Иркутянам вершина. И, наверное, очень символично, потому что мы немножко переработали наш логотип, и теперь у нас силуэт не каких-то непонятных гор, а именно Мукусардык со стороны Монголии, там вот мы выяснили. Вот, и очень круто, что вот есть Арина и Андрей, которые сегодня расскажут про то, как подготовиться к восхождению и как вообще провести классно майские праздники. Давайте поприветствуем. Спасибо, спасибо, Максим. Вот. Ну, как уже сказали, нас зовут Ариша и Андрей. Мы организаторы активных туров «Путь приключений Сибири на Хай». Вот. Ну и сегодня с вами поговорим о восхождении на Мукусардык и не только. Расскажем вам о основных вершинах и вообще как подготовиться, что с собой взять. То есть в целом и поговорим про основные темы, которые необходимы при подготовке и восхождении на вершину. Вот. Ну, собственно, почему Мукусардык? Потому что это одно из наших основных весенних направлений. Вот. Вообще, Мукусардык это обособленная горная цепь, которая входит в состав Восточного Саяна. Вот. Находится она на границе с Монголией, 320 километров от Иркутска. Давайте немножечко ознакомимся с районом, вообще, что он из себя представляет. В районе есть ближайший к нам самая высокая вершина вообще Восточной Сибири и Восточного Саяна в частности. Это гора Мукусардык, 3491 метр. Вообще долгие годы, и остается сейчас, эта гора вообще является священной у трех народов. Это буряты, это монголы и это тувинцы. То есть эта гора священная у трех народов. Первая попытка восхождения на гору была предпринята уставом Радды в 1858 году. Но Радды до вершины не дошел, ему осталось всего несколько метров, но поднялась курга, ему пришлось остановить свое восхождение. А первым вступил на вершину Сергей Перетолчин в 1897 году. Вот. Перетолчин там провел исследование и оставил даже термометр на самой вершине, показания которого снимали потом участники турклуба авиазавода, который носил имя «Крылья Совета». Этот турклуб был увековечен в названии одной из вершин. Собственно, после Перетолчина было затишье, и на Муку никто не ходил. Первые группы, которые пошли туда в Советском Союзе, это были группы как раз авиазавода. Вот. И мы можем тут видеть копии записок, которые снимали с вершины. Вот. И обратите особое внимание на температуру. На температуру, которая была на вершине, вот видите, 37-й год, из термометра была взята записка Перетолчина, то есть с 1898 по 37 год на вершине никого не было. Вот. Установившего этот термометр 19.06, то есть 19 июня, вот, в 1900 году, неразборчиво. И температура была, когда Перетолчин устанавливал, минус 44,5 градусов по Цельсию. То есть это июнь, но тем не менее такие температуры могут быть. Ну опять же, возьмем, например, 41-й год, да, Москву. Да. Нет, уже небольшие из-за мороза, а да. Какие там погоды? Посмотрите, да, вот и мы видим, есть тут тоже есть 40-е, 6 мая 40-го года, и температура на вершине минус 49 градусов. Вот. К счастью, к счастью, в последние годы на Мунку достаточно тепло, но мы, тем не менее, попадали в конце апреля, когда температура была около минус 25 градусов, то есть на вершине было достаточно свежо. Ну, собственно, давайте, вообще по нашим наблюдениям, примерно 10% восхождений на Мукусардык приходится на лето, еще 10% приходится на период с сентября по март. Самое большее количество восхождений, 80%, приходится как раз-таки на период апрель-май. Это самое комфортное для восхождения время, и сейчас я расскажу почему. Во-первых, ледовая обстановка. До базового лагеря и на подходы к основным маршрутам мы проходим по руслу рек, которые в апреле и мае представляют собой плотные наледи. Плотные наледи, замерзшие, то есть мы идем по льду, и это, конечно же, упрощает подходы. Вот. Следующее – это снежный покров.
в апреле и мае вообще лежит достаточно снежный покров, и это тоже дает бонус к подходам, и, во-вторых, это уменьшает опасность камнепада. На МКУ перед самым взлетом там существует опасность камнепадов. Вот, и если год малоснежный, эта опасность выше. Вот. Но в апреле и мае выпадает достаточно снега, чтобы минимизировать эту опасность. Также в апреле и мае оптимальный световой день. То есть длительность светового дня в апреле и мае достигает 13 часов. Это, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы подняться на МКУ и спуститься в лагерь засветло. Вот. В апреле и мае на вершине дежурит спасатель, что тоже является бонусом в плане безопасности. Ну и состояние троп, так как большое количество ходит по основным популярным маршрутам, поэтому тропы натоптаны в основном, это, конечно, тоже бонус. Ну и температурный режим. То есть температурный режим в апреле и мае, он уже приемлемый, чтобы и для самого восхождения, и для начала палатки. Вот. Мы разобрались с вами, когда стоит идти на МКУ, когда самое оптимальное время для восхождения. А теперь с вами давайте поговорим непосредственно про восхождение на МКУ Сардык. Здесь представлены все маршруты, которые мы делаем в районе МКУ Сардык. Вот. То есть это пик Обзорная, это Катька Дура, это пик Кузьмина, пик Красника и непосредственно сама МКУ Сардык. Про другие маршруты мы поговорим чуть позже. Давайте с вами поговорим непосредственно про маршрут на МКУ Сардык. Вот. Вообще, первая часть маршрута, она начинается от моста через Белый Иркут, вот, и идет до места, которое называется Стрелка. Стрелка – это место слияния двух рек – Мугувек и Белый Иркут. То есть на карте она, если мы посмотрим, вот здесь краски, место Стрелка. Наш теплолагерь стоит немножко ниже, на 400 метров ниже Стрелки. Ну, то есть в основном все группы, они базируются в районе Стрелки. То есть в диаметре километра от Стрелки, там большое количество площадок, и все в основном базируются там. То есть со Стрелки начинаются все восхождения. До Стрелки идти 4,5 километра по красивому каньону, по льду. Вот, поэтому в зависимости от погодных условий на подходах до базового лагеря потребуются либо кошки, либо сапоги из эва. Вот, потому что если год малоснежный или ветреный, из ущелья может выдувать снег, и тогда приходится идти по льду. Тут необходимы кошки. Или, например, когда, как было, например, в прошлом году, к середине мая стояла теплая погода, и уже река начинает бежать, вот, и сверху льда бежит вода, поэтому нужны сапоги. Мы советуем сапоги из эва, потому что они достаточно легкие, их просто с собой взять. Следующий участок, второй участок, который непосредственно участники проходят во время восхождения на МКУ Сардык, он находится вот здесь после Стрелки. Вот это узкое место называется каньоном, следопадом. Вот, там протяженность этого участка около километра, вот, там несколько ступеней ледопадов. Вот. Это достаточно серьезное препятствие, потому что, особенно когда малоснежный год или когда из ущелья выдувает весь снег. То есть, если мы идем с вами до Стрелки, то там уклон небольшой, то если мы говорим про каньон, где ледопады, там на километр приходится 200 метров набора. То есть уклон значительный, то есть там есть ступени льда высотой с человеческий рост. Вот. Соответственно, для их преодоления нужны кошки. А так как большинство групп стартует до рассвета, то есть получается, это еще и жесткий лед, такой перемороженный, поэтому здесь обязательно нужны кошки, потому что без них можно травмироваться и вообще улететь по ледопаду достаточно вниз и далеко. Вот. На обратном пути возвращаясь, смотрю, уже проще. Обычно лед сильно мягче, его еще большое количество групп утаптывает. Вот. Поэтому некоторые группы даже обратно не надевают кошки. Но мы советуем как проходить ледник в сторону МКУ, надевать кошки, так и обратно. Потому что это все-таки безопаснее всего. Следующий участок, он после того, как мы выныриваем из ледопада, наступает достаточно пологий участок. Вот он. Вот этот участок, он достаточно пологий. И он идет вплоть пологий участок до первой марены. То есть марена, или такая каменная ступень, вот, это следующий небольшой взлет. Первую марену мы преодолеваем, вот она. Дальше опять небольшой пологий участок, и потом достаточно продолжительный затяжной подъем, ее называют вторая марена, видите, сразу за второй мареной озеро Ихой. Вот. То есть здесь уже туристы после озера Ихой оценивают свои силы и принимают решение, продолжать восхождение или нет. Если вы потратили на путь от базового лагеря, от Стрелки до озера Ихой больше 4 часов и чувствуете себя сильно уставшим, то с большей вероятностью вам не стоит продолжать восхождение. Вот. Ну, в целом это не обидно, потому что озеро Ихой, по сути, в принципе, является такой ключевой точкой на восхождении. Во-первых, потому что это озеро находится на высоте 2600 метров, что уже достаточно прилично. А во-вторых, потому что с озера открывается вообще красивый вид, и это является некой такой промежуточной точкой. Здесь многие группы решают, продолжать им дальше восхождение или нет. Вот.
Дальше, как вы посмотрите на карту, начинается затяжной подъем. Затяжной подъем, и он идет вплоть до места, которое называется подушка. Вот. Подушка — это там, где все группы надевают системы, надевают каски, потому что после подушки начинается очень крутой подъем по кулуару. Это самое опасное на мониторе место, потому что вам приходится несколько метров идти практически без страховки, то есть перилы, они начинаются на гребне уже, на каменном. В прошлом году провешивали веревки чуть ниже, практически до самой подушки, потому что был неприятный инцидент со смертельным исходом, который был в самом начале года. Потому что когда группа пошла, они попали на фирм, то есть кулуар был полностью задутый, то есть там было мало снега, вот это было восхождение в конце марта, вот, и ребята сорвались, вот, улетели до подушки, к сожалению, один пострадал, а второй, у него не удалось спасти, вот, поэтому такие неприятные инциденты бывают, поэтому нужно здесь оценивать, то есть, во-первых, посмотреть состояние кулуара, то есть, если в кулуаре есть снег, значит, кулуар более безопасен. Если в кулуаре сплошной лед, то здесь нужно максимально проверить состояние своих пошек, оценить свои силы. Если у вас происходит какое-то головокружение, у вас сильная усталость, вы не можете контролировать свое состояние, то здесь нужно развернуться, потому что дальше это вопрос может вполне быть в вашей жизни. Вот. Поэтому, если у вас кружится голова, нужно оценить здесь свои силы. Да. То есть этот участок мы прикроем, и за 100 метров до вершины начинается скальный гребень. Там установлен стационарный трос металлический. Вот. Мы там уже отстегиваемся. Несмотря на то, что он достаточно крутой, мы тут чувствуем определенную страховку, потому что мы пристегнуты к тросу. Даже если там есть ошибка какая-то, вот, то мы улетим только до станции, то есть до того места, где трос соединяется. Вот. Ну и, собственно, последние 100 метров они проходят по скальным гребням, вот, с этой страховкой, и в конце мы оказываемся на вершине Мунку. Что представляет из себя вершина? Как писал Перетолчин, это пятачок, который можно измерить 6 шагами. Вот. Ну, практически ничего за 100 лет не поменялось, вот, по-прежнему Мунку-Сардык — это небольшой пятачок. Вот. Обычно группа проводит там не больше 15 минут, сфотографируются, как бонус там на вершине есть связь, звонят родственникам, говорят, что все хорошо, и начинают спуск вниз. Вот. Конечно, спуск вниз — это не менее опасное предприятие, поэтому расслабляться не стоит, как минимум до подушки. То есть очень внимательно спускаемся до подушки, но обычно спускаться вниз, несмотря на то, что психологически немножко труднее, потому что вы видите перед собой всю высоту, в принципе, уже попроще. То есть вы преодолели себя, получили определенный заряд адреналина, вот, и обычно, по нашему опыту, сколько мы групп, даже если на пути наверх человек испытывал какой-то страх, на пути вниз у него определенная эйфория, вот, он спускается уже проще. Но не стоит забывать, что путь обратно он все равно опасен, и поэтому нужно как минимум до подушки спускаться с предельной концентрацией. Вот. Как только спустились до подушки, там уже, в принципе, в зависимости от наличия снега, там снимают кошки и продолжают либо без кошек, либо также кошки. Есть такое, может, видели развлечение у туристов, это кататься на пятой точке. Вот. Никогда, если вы так решаете, да, во-первых, оценивайте рельеф, вот, чтобы при таком развлечении вы не летели в камни, а во-вторых, если все-таки такое развлечение решили попробовать, никогда не делайте это в кошках. Вот. То есть, если это делаете, то без кошек, потому что вы зацепились кошкой, развернуло, и вы полетели кубарем. Вот. То есть таких ситуаций было много. Если вас увидят так спасатели, которые там дежурят, они, конечно, сделают та-та-та. Вот. Поэтому, ну и как бы любой здравомыслящий гид своего туриста от таких неадекватных действий остановит. Вот. Поэтому, если хотите покататься, выбирайте рельеф более-менее плавный и снимайте кошки. Вот. Ну и оцените риски. Спасатели дежурят. А? Вот. Но они стоят в самой массовой. В мае они дежурят на подушке, а вообще они базируются на стрелке, и в случае каких-то ЧП непосредственно выходят уже там с носилками. А где ледоруб тут там нужен вообще? Ледоруб нужен, а ледоруб может пригодиться вам как раз таки на кулуаре. То есть в кулуаре, потому что... потому что кулуар — это достаточно крутой участок, вот, и при случае срыва, то есть вам нужно будет как-то задержаться. Вот. Сделать это без помощи ледоруба достаточно сложно. Вот. Сделать это с помощью ледоруба сильно проще. Вот, а как держать ледоруб и палки сразу? Обычно палки оставляют на подушке. И самый вот этот опасный участок идут уже с ледорубом. А там камни, лед, что там вот идет? Нет, там в зависимости от того, какая была обстановка, был ли снег. То есть бывает так, что кулуар, он практически состоит из фирна и льда. Вот. То есть это самое опасное состояние кулуара, потому что идти по нему надо крайне осторожно. То есть там каждый свой шаг ты выверяешь,
зарубаешься очень жестко, вот, ну идешь, контролируешь себя по всем фронтам. Бывает, когда упало много снега, и там протаптывают ступени по колено, и ты идешь по этим ступеням. Вот. Давай, у нас была история, когда я первый раз поднималась снегу очень давно, а у меня была подруга, она очень опытная, но она говорила, зачем мы несем эти ледорубы такой длинный путь. И она каждые там 10 метров пыталась этот ледоруб где-нибудь оставить. И когда она последний раз задает этот вопрос, мы начинаем подниматься как раз от подушки, мы проходим два шага, я сейчас его выкину, мы поворачиваем голову, и мужчина, который шел в кошках, в каске, но без ледоруба, а с палками, вот так летит мимо нас. Ну, палками невозможно зацепиться. Ну, то есть никак. То есть он затормозил об камень, ну, об большой такой камень. Ну, не головой, но как бы ему повезло, что это вот только он начал разгоняться. А то был бы у него ледоруб, он ну, почти сразу бы смог себя затормозить. Вот. А если бы не было камня у него на пути, ну, он бы мог много позже затормозить. Вот. Почти все, как ненужное, мы оставляем на подушке. То есть вы там несли палки, вы можете оставить их на подушке. Рюкзак, вы решили, что там вам там большой термос может быть не нужен, или что вы взяли. Все берете на восхождение. Какой-то, не знаю, перекус, если вы хотите на вершине, попросите перекусить. Батончик, да? Да, батончик, там, чай, водичку, и вот, собственно, идете. Кошки на вас, все равно вы их так не чувствуете. Вы уже не так долго идете, что вы их не чувствуете. Ледоруб, каска, ну и система сколько-то весит, но зато жизнь спасает. А от стрелки до верху сколько идти? Вообще весь маршрут занимает от 11 до 13 часов. В одну сторону? Нет, туда обратно. То есть это примерно среднее время 12-12,5 часов. Вот. В зависимости от состава группы, в зависимости от количества человек группы. Ну, вот по прошлому году, если у нас сколько там, 4, по-моему, группы у нас ходило, то есть среднее время восхождение составляло 12,5, там, 12 часов, там, 10 минут. Да. Вот. То есть нужно, конечно, учитывать условия и понимать, если год малоснежный, и если давно не было снега, конечно, состояние склонов, они более опасны. Вот. То есть, например, вот участок перед первой ареной, там, вторая арена, или вот здесь кусочки. То есть если вместо рыхлого снега стоит задутый фирменный лед, конечно, любой из участков может быть потенциально опасен. Поговорим про другие маршруты, вот, которые могут быть как самостоятельными прогулками. То есть кто-то приезжает на Мунку, на стрелку, люди, которые уже были на Мунку и хотят сходить что-то новое, кто-то еще получил недостаточно опыта, чтобы идти на главную вершину. Вот, поэтому есть еще другие маршруты, которые, собственно, мы ходим тоже или советуем там туристам. Самый популярный, конечно, маршрут, который используют как акклиматизационный выход на Мунку-Сарды, это гора Обзорная. Вот. Собственно, начинается она от лагеря, от стрелки и идет по льду Белого Иркута. Вот. И здесь показаны несколько вариантов маршрутов, которые можно подняться на вершину Обзорную или пик Обзорный. Вот. Здесь представлено три варианта. Самые популярные это варианты по льду Белого Иркута и через перевал Контраста на пик. Простите, а цвет обозначает сложность или это просто? Нет, это просто непривязанность. Просто цвет, да, несколько. То есть здесь это обозначено через перевал Контраста. Он чуть более пикельный, но он чуть поположен. То есть мы доходим до перевала Контраста, разворачиваемся и получается по западному гребню поднимаемся на вершину. Вот. Есть еще один вариант. Когда мы выходим и вот на этом ответвлении идем сразу по гребню на вершину. Вот. Идем сразу по гребню. Здесь, в принципе, этот вариант тоже подходит. Он чуть-чуть покороче, но здесь набор высоты больше немножечко. То есть он не такой плавный, как через перевал Контраста. Обычно люди, которые идут на обзорные, они совмещают эти два варианта. Например, поднимаются через перевал Контрастов, а спускаются по гребню. Или наоборот, поднимаются по гребню, а спускаются через перевал Контрастов. Это в зависимости, кому как проще ходить. А протяженность какая? Сейчас я расскажу. Вот. В зависимости от того, кому как проще ходить. То есть есть люди, которым сложно спускаться в крутые участки, и у них там болят колени, тогда для таких людей проще подняться по гребню, спуститься через Контраст. Есть люди, наоборот, которые любят крутые участки, они быстрее по ним спускаются, вот, но не могут ходить слишком крутые подъемы. Тогда проще подняться как раз и спуститься под гребень. Вот. Вообще маршрут на пик обзорных, он составляет от 10 до 12 часов. Вот. То есть бывает, надо смотреть по обстановке, перевал Контрастов он достаточно снежный, и если не натоптано, мы однажды так попадали, хотя вроде были группы на стрелке, но как-то так мы пошли одними из первых, вот, и попали, что здесь приходилось очень сильно тропить, и у нас подъем занял практически 1,5 часов, то есть это сопоставимо с подъемом на Мунку. Вот, поэтому мы не всегда советуем использовать пик обзорный в плане акклиматизационного выхода на Мунку. Вот, то есть тут нужно соотносить свои силы, потому что иначе вы можете
потратить все силы на обзорную и потом не подняться на Мангусарды. Вот. Можно вполне рассматривать это как самостоятельное путешествие, как самостоятельное восхождение, потому что, в принципе, с пик-обзорами открывается очень красивый панорама, особенно мне нравится панорама, которая открывается на юго-запад. Там находится перевал Эгу, очень красиво, он обычно всегда снежный. И вот оттуда открываются, конечно, самые красивые лифты, одни из самых красивых лифтов. Вот. И здесь я нарисовал еще один маршрут, который тоже можно использовать как вообще самостоятельный маршрут. Это маршрут по северо-восточному гребню. Вот он идет, северо-восточный гребень. Вот. И это тот маршрут, который мы сходили в прошлом году. То есть мы поднялись прямо от нашего лагеря. Здесь вот такое плато. То есть здесь, правда, пришлось немножко протопить. Вот. Прямо от нашего лагеря поднялись, пересекли плато, вылезли на северо-восточный гребень и спокойно по северо-восточному гребню поднялись до обзорки. А спустились уже вот по юго-восточному гребню. Такой вариант тоже интересен. Вот. И, конечно, когда вы закольцовываете маршрут, то это намного интереснее, чем когда вы идете радиальный маршрут. Вот. Еще один вариант, который мы сходили в прошлом году первый раз, сходили его несколько раз, потому что оказался вариант намного интересней и оптимальней в качестве акклиматизационного выхода, ну и в принципе в качестве самостоятельного выхода. Это маршрут на пик Красника. Вот. Маршрут этот непродолжительный, вот. Высота пика Красника 2,624 метра, то есть, в принципе, небольшая высота. Но особенность этого маршрута, то, что этот маршрут начинается практически, вот видите, вот эта стрелка, вот наш лагерь, вот, практически от стрелки уже начинается само восхождение. То есть нет длительного подхода, например, как к вершине обзорной. Вот. Соответственно, мы затрачиваем меньше времени на подход, и у нас быстрее проходит сам маршрут. То есть маршрут на Красника, его можно за 7-8 часов сходить спокойно со стрелки. И вы потратите, конечно, меньше сил, чем, например, вы потратите на обзор. Вот. Чем еще интересен пик Красника? То есть мы начинаем от стрелки, немножечко по кулуару проходим, и вот здесь уже вылазим на гребень. И здесь начинается, то есть больше половины маршрута, это красивый гребневой маршрут, с которого открывается вид и как на восток, так и на запад. А само пик Красника видно все основные вершины, то есть открывается такой панорамный вид. То есть это очень удобный, очень оптимальный маршрут. Вот. И в целом в прошлом году мы его сходили несколько раз, он нам сильно понравился, и мы решили поставить его как альтернативу акклиматизационного выхода на обзор. Вот. Пик Кузьмина. Вот. Вообще с пиком Кузьмина мы решили добавить его в акклиматизационный выход, когда стояли. То есть есть два варианта, где стоят, есть стрелка, но некоторые горновосходители уходят выше каньона, чтобы несколько раз ледопад не проходить, они уходят выше каньона и ставят лагерь там. Там находится граница леса, вот. И несколько лет мы так экспериментировали, чтобы не тратить время на прохождение ледопада, и вставали на границе леса. Вот. И тогда мы как раз-таки решили запланировать в плане акклиматизационного выхода не обзорку, а пик Кузьмина. И это было очень удобно, и впоследствии мы использовали его как самостоятельное восхождение. Вот. То есть, чтобы было понимание, то есть там выше это стрелка, а это вот каньон. Заканчивается каньон, и после каньона можно либо уйти в сторону озера, вот озеро ходит, и перед озером отвернуть в сторону перевала на Гулет, то есть с перевала здесь по Курумнику подняться на вершину, спуститься, и с перевала на Гулет уже уйти на восточную сторону и также выйти на тропу и вернуться в лагерь. В чем особенность маршрута на пик Кузьмина? Его тоже можно использовать как самостоятельный, как акклиматизационный выход. Его можно использовать, если вы, например, стоите выше ледопада и если то есть, вам позволяет физическая форма сбегать две такие вершины за два дня, то есть и Кузьмина, и Мангкук. Вот. То можно это сбегать. Вот. Если вы стоите выше леса, то логично использовать его тоже как климатизационный выход. Но единственный минус, очень часто на пик Кузьмина не так много ходит народу, и очень часто вот эта часть, которая западная, она бывает не протроплена. Вот. И приходится, конечно, тратить много сил и энергии для того, чтобы протропить дорогу от самого перевала на Гувет. После перевала на Гувет там начинается уже Курумник, там достаточно просто подняться на вершину. Вот. Ну, еще крайняя вершина, про которую мы расскажем, это пик 69 октября или пик Катькадура. Ее тоже можно использовать как акклиматизационный выход, если вы в достаточной физической форме. Но мы советуем ее использовать как полноценное восхождение, потому что восхождение на пик 69 октября также занимает примерно 11-12 часов, сопоставим там с подъемом на Мунтусарды. Вот.
Также начинается восхождение от стрелки и начало совпадает с восхождением на пик обзорный, вершину обзорную. Она идет по льду белого льда, вот. И уже в районе камня, там есть такой камень с табличкой, мы уходим влево, уходим на юг и поднимаемся по кулуару до перевала Горный. Вот здесь вот, из перевала Горного уже по гребню поднимаемся до пика Катькадура. В чем особенности вершины? В том, что мы не советуем сюда после снегопадов, то есть если снегопады были там день, два, три назад, вот, и увидите, что в районе достаточно много снега, то мы рекомендуем воздержаться, потому что кулуар, по которому подниматься на Катькадуру, он лавиноопасный, и уже вот здесь перед перевалом Горный здесь тоже есть лавиноопасный участок, потому что там достаточно крутой уклон, вот, и снегу просто не на чем задержаться. Вот, поэтому, если снега мало, или если там снег был достаточно давно, то предпринять попытку восхождения, конечно, можно. А если был свежий снег, то это половина опасно, и мы не советуем подниматься. Пик Катькадура — это уже трехпичник, да, трехпичник, 60 метров на вершине расположен такой огромный валун, вот, и где установлена как раз-таки табличка с именем Екатерины Ивановой. Вот. Почему Катькадура? Катькадура, вот. Ну, это... Вообще же, если тебя это понятно, почему? Это история, эту историю мы расскажем у костра, если поедете к нам в лагерь, оставим. Вообще, это в честь Екатерины Ивановой, вот. Это первая из советских женщин, которая поднялась на Эверест, вот. Выдающаяся альпинистка, иркутская альпинистка, вот, которая... Ну, это была такой, как бы, такая шутка среди туристов, вот. Но подробности этой шутки мы расскажем у костра. Да-да-да. Да-да-да. Ну, то есть, помимо этого, можно... Помимо этого, кроме восхождения, можно также использовать как акклиматизационные выходы, прогулки. То есть, существует несколько каньонов, ущелья. Вот, есть ущелье Среднего Иркута, ущелье Ручья Ледяного. Вот, их тоже можно использовать как самостоятельные прогулки. Вот, и, например, если... вы не планируете восхождение, то мы в любом случае рекомендуем хотя бы прогуляться по Среднему Иркуту, да, или по Ручью Ледяному, потому что, то есть многие приезжают и считают, что им даже без акклиматизационного выхода им будет легко забежать на Мунку, но мы все-таки советуем хотя бы немножко погулять. То есть если вы не были в горах, не были на такой высоте, то в любом случае даже там 2-3-часовая прогулка в горах, она даст вам бонус в следующем восхождении на Мунку-Сардык, чем если вы просто приехали и сразу решили зайти в горы. Вот. Ну, давайте дальше. Так, это если вы хотите длительность и вершин, про которые Андрей рассказал, можете сфотографировать. Вот тут про все вершины, которые находят в этом году. Кратенько мы все написали, где старт и сколько длительности идти примерно. Да, дальше. Вот, прекрасненько, да, высота. Вот кто хочет покороче, это мой любимый маршрут, прекрасненько, очень красиво. У нас в честь нашего байкальского спасателя, вот, который был инициатором создания байкальского поискового спасательного отряда, Валерий Красник. Вот. Следующая наша часть, которая... Мы еще восхождением по Мунку вернемся, еще немножечко поговорим про снаряжение и подготовку. Вот. В 2021 году... В 2020 году на Мунку никто не поднимался в связи с пандемией. В 2021 году, когда мы вернулись, решили сделать несколько восхождений. Вот народ истосковался по горам. Но 2021 год был нереально холодный, и мы сделали 4 восхождения. Но после этого года мы поняли, что хотим поменять то пространство, в котором мы живем и обитаем практически месяц, когда устраиваем восхождение на Мунку-Сардык. Вот. Потому что в 2021 году из месяца, в котором мы жили на Мунку, теплых дней было где-то примерно 4. Вот. Это был, наверное, вот я хожу на Мунку-Сардык 10 лет. Из 10 лет это было один из самых холодных. В 2013 году был самый холодный год. И вот 21. Было очень холодно, очень много снега. Вот. И, конечно, после этого у нас возникла такая потребность, чтобы что-то поменять в том пространстве, которое нас окружает. И мы решили сделать, немножко обустроить эту территорию для своих нужд. Вот. Мы сделали... Решили поставить не просто палатки с печкой, мы решили сделать настилы от палатки. Вот, потому что мест для того, чтобы устанавливать палатки, было и так не очень много. Вот, и мы решили места, которые, в принципе, в обычный период не подходят для того, чтобы устанавливать там палатки, мы решили сделать там помосты, чтобы увеличить вообще возможность размещения. То есть мы не взяли
просто сказали, вот ровное место, мы там возьмем, сделаем настилы, вот. Это было бы нелогично, на ровном месте и так могут прийти люди и поставить палатки. Мы решили, нет места, которые не совсем ровные, которые не подходят для установки палаток, мы решили просто там сделать настилы деревянные, чтобы можно было сделать палатки. Установили две теплые палатки с печками, также сделали несколько настилов под штурмовые палатки, сделали туалет. То есть, казалось бы, такая простая вещь, как туалет, но на самом деле... Он в целом очень нужен всем. То есть мы до этого устанавливали тоже туалет, но в этот раз мы решили сделать это, то есть это более осознанно, что ли. Мы всем своим туристам, всем туристам, которые жили у нас в лагере, рассказывали о том, что нельзя пользоваться влажными салфетками, потому что на самом деле это была определенная проблема, когда мы, например, до этого снимались с лагеря уже в мае. То есть в апреле ты приходишь, стоит лагерь, еще достаточно много снега, а ты в мае снимаешь лагерь, начинаешь убирать пространство вокруг тебя, и ты увозишь там целый мешок влажных салфеток. В 21-м году даже не получилось, потому что выпал снег, то есть мы там свой мусор забрали, а мусор, который там остался, даже не получилось убрать, потому что выпал снег, и это все под снегом присыпалось. Потому что многие, когда нет стационарного туалета, многие ходят по кустикам, и в итоге вот эти все влажные салфетки, они по лесу разлетаются. Поэтому мы сделали целых два туалета, то есть... МЖО? А? МЖО? Нет, не МЖО. То есть, оба туалета были холодных, но один туалет был поближе, по малой нужде, так сказать, один для серьезных дел. Он был повыше. Палатки сколько человек? 6-8 человек. Но если вы приходите там в своей компании, то есть они на самом деле, одна палатка максимальное количество 8 человек, другая на 10. Но мы делаем, если группа приходит, то есть две разные группы, мы делаем до 6 человек. Если приходит, допустим, одна группа, то есть они могут снять целиком палатку, это будет стоить так же, как для 6 человек, но они там могут до 8 человек. То есть мы компании, которые приходят, у них есть некоторые бонусы. То есть они могут заплатить за 6 человек, вместить в палатку 8. Потому что, когда люди приходят в одной компании, в принципе, там спать в тесноте им не очень. Им нормально, да. Это теплее. Что мы еще сделали? Мы сделали санитарную зону, то есть установили зеркало, что очень важно для девушек, да, зоны для омывания. Как мы уже сказали, туалеты. Горная баня – это то, что у нас появится нынче. То есть в прошлом году у нас был только горный душ. То есть горный душ – это когда специальная емкость, где создается давление такой педальки, заливается тепленькая водичка, и вы можете вполне принять нормальный хороший душ. Она огорожена от ветра, от всего. Специальная кнопка. Вода теплая. И внутри, если нужно, мы подогреваем. В прошлом году, на самом деле, я советую, если вы решили помыть голову, как мы делали, мы выбирали днем, оставались в лагере, чтобы они... Нет, понятно, что не на ночь, да? Но вечером после восхождений достаточное количество человек посещает баню, горный душ, потому что тебе уже хочется. Особенно, если ты приезжаешь больше на 3 дня, на 4, на 5 дней, кто дольше делает восхождение. Душ горячий, вообще хорошо. Чувствуешь себя человеком. А зачем там готовить? На газ там? Или как? Газ, костер. Да. То есть мы сделали также, помимо того, что мы сделали настилы под палатки, сделали там санитарные зоны, мы сделали также костер, большой костер для общения. То есть установили там, выложили большое костровое, поставили лавочки, бревна там, одну даже в виде лавочки сделали под Борисом. Костровое метал. Большое костровое, здесь даже в виде лавочки. А вот это Борис, одно из самых старых деревьев вообще на Стрелке. Также сделали несколько маленьких костровых, которые используют чисто для готовки. Специально занесли решетки, чтобы было проще готовить, чтобы там меньше. Когда большое количество человек, то использовать таганы, например, которые треноги или тросики, не очень удобно, потому что народ цепляется, можно перевернуть. Поэтому мы решили использовать решетку как самое оптимальное. При использовании такого кострового меньше вероятность, что кто-то что-то перевернет, кто-то за что-то запнется и так далее. То есть постарались максимально продумать. Повесили несколько гамаков на территории. Центром нашего лагеря стало горное кафе.
Это, собственно, покажи. Вот. Ну, как выглядит горное кафе? Можете зайти. Где меню? Меню горное кафе. Здравствуйте. Вот. Павел, аплодисментов можно. Пойдемте, так? А можно зайти, чтобы увидеть горное кафе? Горное кафе. А вот можете зайти в целом. Там на сайт зайдете или в соцсетях, да? Вот. Если зайти на сайт, там есть... Меню появится у кафе, но время появится в неделю. Да, мы в прошлом году перестарались немножко, у нас там было очень много вариантов того, что мы можем готовить. Вот. И в этом году мы решили сделать немножечко сократить, оставить то, что по прошлому году больше всего понравилось нашим туристам. Вот. Ну, вы можете попить там кофе, у нас свежесваренный кофе, вот, притом приготовленный разными способами, хотите в воронке, кирпичи там и так далее. То есть мы очень любим кофе, но не только обычно там сваренный в гейзере, в турке, но и различные альтернативные способы приготовления кофе, поэтому... После восхождения вы можете заказать праздничный ужин, мы готовим, например, плов с яком. Да. Вот, если у местных жителей Союза есть свежий як, мы привозим свежее мясо, а есть опции вегетарианского меню и так далее, поэтому можно выбрать. То есть можно после восхождения, например, вам не готовить, после 12-13-14 часов разместились, и вас уже ждет. Плов в афганском казане. Вот. А в этом году еще будет баня, то есть мы... То есть классического казана какого нет, только афганского, да? Афганского, ну в афганском, конечно, не, в афганском хорошо. Быстрее, но... Хорошо получается. Хорошо получается. Ну то мясо, да, помягче будет. Мясо помягче. Тогда в классическом казане там, ну, вот совсем, он же хотел подкрасить. А афганский, чтобы мясо казалось. Это уже не нюансы, хотя бы... То, что он там готовил, как мы узнали. Да. Конечно, разница есть, но в целом и лагман, и плов получается тоже вкусно. Вот. Ну что, так, мы с вами поговорили, что помимо этого есть аренда для всего необходимого для снаряжения, собственно, в нашем теплом лагере. Вот. Что еще? Что у нас нынче нового еще появится? И еще внутри кафе. У нас будет камень. Поэтому, когда погода хорошая, конечно, все хотят сидеть у костра, но если идет снег, например, не так комфортно, у нас есть отдельная палатка для кафе, и в этом году там будет еще камень, чтобы можно было там тепло сидеть, но вся территория подсвечивается гирляндами, фонариками, и мы сделаем отдельную зону с видом на ущелье, если вы хотите там своей маленькой компанией или где-то просидеть, отдохнуть, вот может быть еще отдельно в тишине посидеть. Так, ну что, пойдем дальше. Камин — это походная печка со стеклянными стенками. Ты рассказываешь? Подумай, чтобы там... Не, мы думали, что кирпичный будет. Каждый турист по кирпичку занесет и в конце устроим. Давайте я быстренько расскажу про устойчивое развитие. Вообще у нас в такой зоне живем рядом с Байкалом, и горы, и в Адинском районе живут сайоты, которые считают, что у них самый экологически чистый район Бурятии. Они этим очень гордятся. Вот. И мы, наша компания является частью сообщества Хеби Тревел. Хеби Тревел – одна из победителей компаний на международной туристической выставке в Москве последней. Они развивают как раз устойчивый туризм по всей стране. Ну и что мы делаем для развития устойчивого туризма? Как Андрей уже сказал, мы построили настилы. Настилы эти отлично простояли все лето, то есть в том числе летом вы можете прийти, чтобы меньше, чтобы вам было комфортно, чтобы меньше оказывать влияние на почву, на травку, которая там растет, вы можете пользоваться нашими настилами. У нас очень экологичный туалет, как уже мы заметили. Вот, мы сортируем мусор в этом году, что стараемся совершенствовать систему это довести, чтобы мы отдельно все-таки вывозили мусор весь, который у нас есть на муке, мы убираем пластик, стекло мы стараемся не заносить, в общем-то не советуем никому стекло заносить, ну бывает, вот, и стараемся не использовать, например, влажные салфетки, ну и то, что не разлагается, мы стараемся в лагерь не приносить или уносим отдельно. Помимо этого, мы закупаем продукты для горного кафе, для наших походов, для всех приключений у местных производителей, поэтому... Ну, по максимуму, что можно сделать, не то, что по местных производителей. Дружим с местными сообществами, там живут сайоты. А если совсем устанете идти и захотите идти пешком до стрелки, они вас могут завести на квадроцикле. Ну и помимо этого мы ездим туда дальше, будет сайотам, до села Орлик и Сорок. Вот там живут сайоты, очень хотят развивать туризм, они тоже там всякие программы придумывают, у них очень много направлений. И в этом году мы надеемся, что больше будем туда ездить, в тот такой труднодоступный район, в сторону долины вулканов, в сторону красивых хорняков и так далее. Ну да, у нас уже были туры долины вулканов, были туры на источники Чоби. В этом году мы решили открыть тоже несколько новых направлений, интересных, куда еще не делают
собственно, походы, вот как раз таки упомянули граффити в рудник. Вот там жил один французский граф, который владел этим рудником и который сделал красивый маршрут для того, чтобы катать свою жену. Да, он сделал по гребню, вот и там часть этого маршрута. Ну и в целом, маршрут не просто поход, но еще и такой с некоторой историей. Вот. То есть поедем нынче на разведку, вот, а потом уже посмотрим. Как это может быть? Проходить, да. Вот. Ну и, собственно, очень много лагерей все равно стараемся стягивать тем об экологии и о том, как у нас тут все живет. В прошлом году у нас на одном заезде, в этом году тоже, наверное, получится в районе с 20 по 23, если приедете. Там большие всегда дебаты у нас про микропластик в озере Байкал. Вот, так что много про это говорим. Всю территорию за собой мы убираем. Помимо того, что мы убираем за своими туристами весь мусор вывозим, мы в прошлом году увезли очень много мусора. От всех, кто там жил. Ну, если вы оставите... Ну, все, что можно было переработать, забрал Ворон печенька, там живет Ворон. Если вы оставляете конфету, мясо, что угодно, вот Юра не даст собрать, вы эти продукты больше не увидите, если оставите в зоне доступа Ворона печенька, все, мы все. Вот, так что будьте осторожны. Что он любит, что он не спит? Он любит все. У него собственная система. Но к концу там сезона он уже не ест хлеб. То есть там оставляли хлеб, он вообще даже... Даже не подлетал близко. А вначале у нас тоже не тащил печеньки, поэтому... Да. Вот, поэтому мы, в общем, стараемся развивать, в том числе, устойчивый туризм у нас здесь, на Байкальце. Так, идем дальше. Сейчас расскажем про снаряжение, в том числе, про то, что можно будет взять у нас в лагере и не нужно будет нести с собой. Кстати, Андрей мало сакцентировал, помимо теплых палаток, у нас стоят еще штурмовые палатки, они тоже стоят на настилах. Они на 1, 2, 3, 4 человека, если вы любите уединение, и у вас самый теплый спальник на свете. Вы можете не нести палатку, вы можете прийти уже в готовую палатку. Самый теплый спальник можем выдать. То есть там есть у нас двухместные палатки, у них там есть надувной коврик. И мы в прошлом году, когда был лагерь заполнен, мы сами переехали в штурмовую палатку и на самом деле очень хорошо выспались, потому что не приходилось подкидывать печку. Вот, поэтому везде свои плюсы. Вот, можно приехать как в палатку с печкой, можно приехать так и в обычную палатку штурмовую. У нас хорошие палатки с ветрозащитной юбкой, с надувными ковриками, поэтому если вдруг вы решите приехать, а у вас не будет места в теплых палатках, знаете, у нас есть еще места в штурмовых палатках. Вот. Ну и здесь вот это мы взяли с нашего сайта, вот, непосредственно те рекомендации, которые мы даем нашим туристам при восхождении на Мунтикады. Вот. Рюкзак от 50 литров. Вот. В целом, если вы идете в лагерь, то большую часть вам не придется вытаскивать. То есть это палатки, это там, спальники вы тоже можете взять в аренду. То есть, в принципе, вы берете только свои личные вещи. Спальный мешок. Здесь, когда вы смотрите на температуру спального мешка, нужно ориентироваться на температуру комфорта. Мы советуем все-таки, чтобы температура комфорта вашего спальника была 0-3 градуса. Почему, скажете, палатки с печками? Ну, иногда кто-то, может, там, проспал, не подкинул, температура все равно падает, и чтобы вы испытывали комфорт на протяжении всей ночи, естественно, спальник тоже должен быть соответствующим. Вот. Ну, плюс кто-то там, допустим, вышел где-то там, чтобы вам не поддувало, конечно, в летнем спальнике вы есть вероятность, что можете замерзнуть. Спальник с температурой комфорта минус 3, даже если без печки, мы в прошлом году экспериментировали, палатки с печкой, спальник без печки, вот, ничего, вполне приемлемо. Коврик туристический вот, откладывается по спальник. У нас в каждой палатке есть один слой коврика, но мы советуем брать еще с собой дополнительно, чтобы вам было мягче просто. Вот. Кружка, ложка, миска, ножик. Вот, то есть, в принципе, это понятно. Почему мы советуем посуду из нержавейки или специального пластика? Потому что зимой ее проще мыть. Вот. То есть, если у вас посуда из нержавейки, ее гораздо проще помыть даже снегом. Обыкновенно. Вот. Если возьмете из обычного пластика, скорее всего, если будет есть что-то жирное, от обычного пластика гораздо сложнее отмыть, чем от металлических посуды. Вот. Ну, это нержавейка, например. Средства личной гигиены, когда мы тут говорили, там, кусочки мыла, зубная щетка, фонарик. А мы советуем брать лучше налобный фонарик, чтобы вы что-то делали, у вас были свободные руки. Вот. Документы и деньги. Вот. Почему документы мы с вами говорим? Потому что территория нашего лагеря, да и как большинство маршрутов, она находится в приграничной зоне. Соответственно, для посещения вам нужен пропуск. Об этом мы еще немножечко с вами скажем. Вот. И поэтому для того, чтобы попасть на лагерь, нужно будет мне пройти пост приграничного контроля. То есть там прямо в ущелье дежурят пограничники. Если у вас не будет с собой документа и пропуска, вас просто развернут. Загранпаспорт? Нет, не нужен. Просто документ и пропуск оформленный заранее. А, вот этот, который на Толкевскую долину дается, да? Или там уже... Мы сейчас расскажем. Да, расскажем. Вот. Ну, он один, да. То есть приграничная зона, если вы едете не в поселок Монды, а куда-то дальше там и собираетесь совершать восхождение, то он, конечно, обязательно нужен. Вот.
Индивидуальная аптечка, лейкопластырь, лекарства от своих болезней. Вот. Емкость для воды, либо термос. То есть, если вы идете, например, в апреле, то желательно взять термос, потому что погода на восхождение бывает самая разная, как я уже говорил. У нас было, что на Мутку было и минус 25. Конечно, термос горячим чаем, он очень вручает. Вот. Теплоизоляционная сидушка, в народе называется просто подпопник. Вот. То есть он тоже сильно спасает, то есть вы можете сидеть на земле, на лавочке, и вам будет комфортно. Рабочие перчатки, вот, они нужны для того, чтобы собирать дрова, плюс можно согреть руки в плохую погоду. Солнцезащитный крем, несмотря на то, что это еще и зима, но солнце уже достаточно интенсивное, плюс лежит снег, большой уровень отражения от снега, и поэтому то есть у вас свет сверху, свет снизу, который отражается, и в горах вы очень быстро сгораете. Вот, поэтому солнцезащитный крем обязательно. Вот. Гигиеническая помада, бывает ветер, обветривает достаточно быстро. Вот. Трекинговые палки. Ну, они нужны на подходах. Солнцезащитные очки тоже очень важная вещь, потому что, как я уже сказал, солнце со всех сторон, и можно легко обжечь сетчатку. Явление малоприятное. Вот. То есть на себе испытал, потом с этим в глазах живешь там сутки, иногда даже больше. Почему мы здесь указываем еще горнолыжные очки? Потому что если портится погода и уже ближе к вершине, бывает снег с мелкой крошкой, то есть метель может подняться. Конечно, обычные очки так не защищают, как горнолыжные. Поэтому желательно брать с собой еще и горнолыжные очки. Вот. Ну и полотенце, чтобы там, ходить в баню, умываться. Вот. Обувь основная, теплые зимние ботинки, лучше трекинговые или горные. Обувь сменная. Вот. Это кроссовки для лагеря, либо мы советуем использовать сапоги Zeva. Они пригодятся как на подходе, так и, в принципе, в самом лагере. Потому что ходить все время в трекинговых ботинках, они достаточно тяжелые, все равно нога устает, а сапоги Zeva, они достаточно легкие. В них можно ходить как на подходах, если там вода, так и в лагере спокойно. Вот. И плюс Эва – это достаточно теплый материал, поэтому вы, собственно, в лагере можете даже вечером, когда уже там после заката похолодало, спокойно ходить в сапогах Zeva. Ну и гамаши. Гамаши, они необходимы для того, чтобы надевать их вместе с ботинками, для того, чтобы снег не попадал внутрь ваших ботинок. Высокие или можно низкие гамаши? Гамаши, да, любые. Главное, чтобы они закрывали непосредственно ту часть, через которую может попасть снег в ваши ботинки. То есть даже если у вас новые хорошие трекинговые ботинки, вы идете в них по воде и проникает. Но если у вас сверху попадет снег, они в любом случае у вас могут промокнуть ноги, а это уже не очень приятно. Вот. Ну и мы отдельной такой строкой подчеркиваем, избегайте новые неразношенные обуви. Многие скажут, а как вот мы собрались, купили новые ботинки. Походите хотя бы в этих ботинках дома там немножечко. То есть, если вы, по крайней мере, пару дней походите там по 10-15 минут, то они уже немножечко станут мягче. Не новые. Вот, да. Ну и, конечно, когда вы соберетесь, наденьте их, допустим, с собой в машину. То есть не надо брать новые ботинки, закидывать их и надевать только, когда вы соберетесь на вершину. Наденьте с собой, пока вы едете в дороге, где-то вы все равно там будете в них ходить, нога подпривыкнет. И это будет, конечно, плюс. В плане одежды. Теплая шапка. Мы советуем две штуки, потому что одна надевается под каску. Либо еще почему? То есть тут два момента. Почему две штуки? Потому что бывает, там, возьму такую шапку с помпоном, она не налазит на каску. Что делать? Вот. Каску шапку подбавить. Как вариант. Вот. А еще второй, это, особенно это касается там майских восхождений или когда восхождение в жаркие дни. Когда вы поднимаетесь, вы потеете, у вас шапка промокает, обратно спускаетесь, уже солнышко начинает садиться, прохладно. Вот. И чтобы было комфортно, просто меняете одну шапку, которая мокрая, там уже меняете на другую. Вот, и продолжайте спокойно спускаться. Вот. Термобелье в идеале два набора. Одно для движения, в котором вы будете ходить переходы, другое для сна. Вот. Баф или балаклава, флисовые брюки, теплая кофта. Мы советуем лучше флисовую, потому что флис как материал синтетический, он достаточно быстро сохнет. Вот. Лучше две флисовые кофты. Ветрозащитные брюки и ветрозащитная куртка. Это очень важно. Когда мы поднимаемся, мы одеваемся по принципу термоса, многослойности. Вот. То есть внизу у нас термобелье, сверху у нас флисовая кофта. И там последний слой. Это может быть, это как раз таки должен быть ветрозащитный слой. То есть ветрозащитные брюки, ветрозащитная куртка. Если вам нужно, вы поднялись, например, наверх утеплиться, вы можете надеть пуховый или синтетический жилет, или пуховик с капюшоном, теплую куртку. То есть вы их надеваете, когда у вас нет движения. То есть вы поднялись, вот, и пока нет движения, нужно быстренько на себя что-нибудь накинуть. Потому что вы разогреты, допустим, часто бывает, смотришь на людей, поднялись на озеро, вот, там такой достаточно крутой подъем, все вспотевшие, начинают раздеваться. Налетел ветерок, и все вот так, людей прям бывает трясет, они начинают все теплое на себя надевать. Вот. Поэтому, чтобы такого не было, лучше заранее. То есть вам немножечко жарко, постояли,
приготовили, чтобы если вам сейчас станет холодно, сразу на тебя все теплое надели. Также на вершине. А горнолыжка подойдет или это жарко? Надо потоньше. Горнолыжка, во-первых, она немножко тяжелее, а во-вторых, горнолыжка, по сути, здесь, в ней совмещены два слоя. То есть это утепленный слой и ветрозащитный слой. Вот. Почему мы советуем лучше, чтобы были два разных слоя? То есть если вы идете в теплой флисовой кофте и ветрозащите, например, стало жарко, вы сняли ветрозащиту или сняли там флисовку, остались в термухе, сверху надели ветрозащиту. В горнолыжке такого не получится. То есть горнолыжка, в принципе, если вам не лень нести, вы ее можете нести как слой утепления, но она не будет, то есть в любом случае у вас должна быть ветрозащита. Либо вы рискуете получить тепловой удар или просто вспотеть в горнолыжке. То есть можно, и обычно там начинающие горнолыжники, они, конечно, берут горнолыжку, вот, но меньше вариантов комбинировать горнолыжки. Да, я немножко потяжелее. Лучше просто взять какой-нибудь пуховый синтетический хороший жилет, вот, ну или там найти пуховик какой-нибудь теплый с капюшоном, он будет гораздо лучше. А вот. Термонок тоненько брать или какой-то зимний пуховый? Здесь, конечно, индивидуально, да, в зависимости от того, насколько, да, то есть кто-то, например, для сна лучше, конечно, там, теплое для движения, оно должно быть такое среднее. Вот. Потому что если возьмете сильно теплое, то есть, например, мы с вами говорили, помните, про ледопад, который начинает. Все, ледопад проходит рано утром. И ошибка многих, особенно начинающих, они выходят с лагеря, утром холодно, и все на себя надели, все, что у них было. А ледопад на 1 километр 200 метров набора. То есть это достаточно интенсивно, еще и в кошках. Вот. И они к середине ледопада, люди начинают раздеваться. Поэтому я своим туристам всегда говорю, останавливаю. Внизу ледопада скидывайте с себя, то есть снимайте там, если у вас какая-то теплая жилетка, если у вас теплая флисовая кофта, снимайте это все, идите налегке, потому что сейчас будет подъем, будет жарко. То есть в горах происходит достаточно интенсивно, если вы идете достаточно интенсивно или идете в гору, у вас теплообмен повышается. Поэтому вы должны этот момент постоянно регулировать. Что-то сняли, что-то надели и так далее. То есть за восхождение это может, не знаю, 20 раз быть. То разделись, оделись. Вот. И главное, если вы идете, да, неважно в группе, неважно один, в группе останавливаете гид и говорите, мне надо раздеться. Вот. Ну или заранее приближайте, там через 10 метров. Не надо такого, чтобы вы идете, уже весь упрели, вспотели и только потом раздеваетесь. Нет. Вы должны предотвращать момент вот этого перегрева или переохлаждения. То есть всегда чувствуете, замерзаете, надели вещи. Чувствуете жарко, сняли вещи. То есть вот этот момент, его очень важно, надо чувствовать. Вот. Ну и что можно взять у нас. То есть у нас можно взять набор для восхождения, кошки, каска, ледорубы, обвязки, карабины, трекинговые палки, спальник, рюкзак, термос, очки солнцезащитные, сапоги, зева, корики, гамаки. То есть вот это все можно, в принципе, взять у нас в аренду. Часть из этого уже будет в нашем теплом лагере, часть можно, в принципе, там просто заработать. Ну, практически все будет там. На сайте есть цены, да? Да, на сайте есть цены. Термосы у нас есть для воды, для чая, и есть пищевые термосы. То есть мы, например, свои группы на озере кормим горячим ледом, зачастую, потому что так быстрее все согревается, вот, и можно взять у нас его в Да, то есть если у вас идет, допустим, 2 человека, то можно взять пищевой термос там, на 500 грамм, в принципе, в него вполне влазит ваш обед, вот, и вы можете пообедать на озере там, каким-то сухофруктом, а вполне там, горячей едой. Это, конечно, большой бонус для организма. Если вы в процессе поели горячей еды, это сильно улучшит для организма в момент восхождения. Вот. Ну, что, да, все там? Вот. Бежать к нам. Еще несколько моментов в плане подготовки. За финалем я уже вам дал несколько советов в плане терморегуляции. Вот. Это буквально фотография сделана 3 дня назад. Вот спасибо Юре. Вот. Юра – это наш частый турист, который с нами ходит. И он ходит с нами, так и самостоятельно делает такие прекрасные фотографии. Вот. Это буквально фотография сделана 3 дня назад. Вот. Что мы видим там? Следующий. Физическое, да? Вот. Я вам рассказывал, да, что очень симпатичный перевал ИГУ. Здесь вот он заснежен вон справа. Вот это непосредственно. Это вершина обзорная, вот видите, Юра, это ты. Это ты, да. Вот. Обзорная, вот смотрите, вот этот гребень пошел. Вот. Вы спускались, да? Поднимались через контраст, спускались по времени? Спускались, да, вот здорово. Спускались через контраст. Да, вот. Вот здесь находится камень как раз таки, от которого начинает восхождение на пик Калькадура. Вот, вот здесь пик Калькадура, а вот там видно, то есть вот этот гребень, он там мутает, это пик Калькадура. Вот, и вот здесь вот по этому участку поднимается. Да. Вот нука. Вот. А вот как? Да. А вот это чем это? Я все знаю.
Да. Ну еще я вам дал несколько советов по терморегуляции. Еще какие бы хотелось дать советы в плане подготовки. Вообще есть три важных аспекта, на которых основывается подготовка к манку сорды, да и к любой вообще другой вершине или к любому другому восхождению, которое требует каких-то от человека чего-то экстремально, да и в принципе к любому такому серьезному походу, восхождению. Все базируется на трех аспектах. Первый аспект — это, конечно, снаряжение. Мы с вами проговорили, то есть снаряжение должно быть соответствующее походу или восхождению, куда вы собираетесь. То есть если вы идете в горы, то, соответственно, у вас должен быть соответствующий спальник с температурой комфорта, плюс-минус какая предполагается. То есть идете там на Северный полюс, значит, у вас пуховый спальник с температурой комфорта минус там, 30-40. Идете на Мунку, пуховый спальник, там, в зависимости от того, где будете ночевать, да, температура комфорта спальника там, минус 5, там, минус 10 и так далее. Вот, то есть у вас должно быть, соответственно, подобранное снаряжение. И это снаряжение должно быть там целым, проверенным и так далее. Вот. Ну, мы немножко про снаряжение с вами проговорили. Это один аспект. Второй аспект – это, конечно же, ваше физическое состояние. Вот. Вы должны быть физически подготовлены к тому маршруту, на который вы собираетесь. Вот. Если вы собираетесь на Манку Сорды, но поднимаетесь на пятый этаж и испытываете одышку, возможно, вам стоит сходить сначала на какие-то другие вершины. Вот. Ну, и любое восхождение, оно дается вам легче. То есть вы в процессе испытываете меньше дискомфорта и меньше страданий прямо пропорционально тому, насколько вы готовились. То есть если вы не готовились, то, соответственно, дискомфорта и страданий будете испытывать больше. Если вы готовитесь хотя бы немножко, то дискомфорта и страданий будете испытывать меньше. Поэтому вы, в принципе, в процессе там восхождения будете такие: вот я, предыдущий я, который там не готовился. Вот. То есть только зависит от вас. Как готовиться? Готовиться можно по-разному. Бегать, ходить, использовать какие-то упражнения для выносливости. Если вы живете в многоэтажном доме, конечно, самое простое – это ходить по лестнице. Ходить по лестнице, поднялись спокойно, посмотрели, почувствовали пульс, прислушались к ощущениям, спустились, поднялись еще раз. То есть, если у вас есть время, сходили так несколько раз. Вот. Во-первых, это увеличивает работу вашего опорно-двигательного аппарата, потому что лестница все равно это определенная, необычная для стопы. То есть, стопа постоянно находится в движении, вы спустились, поднялись, вот. Если вы живете на многоэтаже, можно делать такие упражнения. Если вы немножечко знакомы с бегом, ваш организм знаком с бегом, можете начинать бегать. Вот. Как начинать бегать? Бегайте в медленном темпе. Главный принцип любых спортсменов, которые тренируются на выносливость, это бегать медленно, но много. Вот. Есть спринтеры, если там, вы думаете, что вот вы бегали, у вас есть там 15 минут, я сейчас быстро 15 минут где-то побегаю. Нет, это будет вам только в минус. Вот, если вы давно не бегали, там, бегать 15 минут, бегать быстро, это не для выносливости, это наоборот в минус к организму, который не тренируется. Если вы решаете бегать, если вы, допустим, бегали, ваш организм знаком с бегом, начинайте бегать от там, 30 минут и постепенно увеличивая продолжительность бега до 1 часа и даже больше. То есть если вы бегаете 1 час, там, 3 раза в неделю, это отлично, но вы должны держать темп невысокий. Иначе у вас будет высокий пульс, иначе вы будете перегружать свой организм. Это тоже не есть хорошо. Ну и, конечно, старайтесь не тренироваться такое, что вот завтра на Мунку, а я сегодня бегаю. Такого нельзя. То есть у вас последние там 3-4, а и то и 5 дней должны быть днями отдыха. Вы должны поехать на Мунку отдохнувшими. Вот. То есть не надо вспомнить за 5 дней, что через 5 дней Мунку, эти 5 дней тренироваться. Нет, это будет плохо. Лучше так же просидите на диване. Вот. Страдать вы будете все равно, страдать будете столько же. Вот. А если у вас есть месяц хотя бы, начните тренироваться, но за 5 дней можете не тренироваться. Вот. Просто, если вы не знакомы с бегом, просто ходите. Часовая прогулка, день через день. Вот. То есть день отдохнули, день прогулялись. Идете где-то домой, пройдите лишние пару остановок. То есть пару остановок, ну там лишние 800 метров. Но лучше ходите где-то часок. Часок — это тоже для тренировки выносливости влияет не, даже не столько интенсивность тренировки, а сколько продолжительность тренировки. Вот. Поэтому, и конечно же, любая тренировка, любой тренировочный процесс, он вашу выносливость вы будете повышать подобным каким-то действиям. То есть если вы собираетесь в горы, то сходите несколько раз в горы. Не знаю, сходите на маршрут, который попроще. Вот. Сходите там, не знаю, тот же съездите на Алтинское плато, погуляйте и так далее. Вот. То есть если чем больше будет нагрузок, которые продолжительны по времени, то есть вы понимаете, что на Манку Сорды
ваше восхождение будет 12-13 часов. Вот. То есть, в принципе, такую же сопоставимую тренировку, конечно, вы не сможете сделать. Вы не будете целый день гулять 12-13 часов по городу. Поэтому, конечно, ваш организм немножечко не понимает, что значит 12-13 часов, если вы, допустим, не ходили в горы и так далее. Но если вы приблизите, если ваш организм будет понять, что такое 6 часов куда-то идти, то вам, конечно, в процессе будет проще. И вот мы переходим к третьему аспекту, который называется психологическая подготовка. Очень важна ментальная подготовка. Если физическая подготовка не всегда получается, но вы в целом физически здоровый человек, где-то ходите там, в спортзал, где-то ходите раз там, в две недели выезжаете в горы, то в принципе у вас есть уже физическая подготовка, но нужна еще и психологическая подготовка. Как психологическая подготовка? Это то, что вы должны в голове для себя понять, что такое, то есть вы 12 часов, 13 часов вы будете идти, вам будет в целом жарко, холодно, ветер может налететь и так далее. И вы должны для себя это понимать, что просто не будет, но нужно. Если вы вообще об этом не будете думать, вам будет тяжелее. А если вы будете думать такие, ага, я придумал, что я в этом моменте буду делать, там, если пурга начнется. Вообще, знаете, как есть ультрамарафонцы, которые тренируются на разные длительные дистанции. И есть ультрамарафонцы, которые тренируются на трейловые дистанции. То есть они бегают то, что люди ходят там за 5 дней, они пробегают за день. Вот. И что советуют эти люди? Они советуют максимально приближать себя к негативным условиям. То есть вот в сегодняшний момент люди, которые готовятся на такие соревнования, они бы побежали тренировку. И вы видите, что вот такая погода. Попробуйте эту погоду пройти 5 километров по городу по такой погоде. И тогда вам будет проще, вы поймете, ага, такое же может быть на МНПУ, что я иду 5 часов, мне в лицо ветер со снегом. И тогда вам будет проще. А если вы не испытывали, я когда первый раз собрался на МНПУ, я ночевал несколько дней на балконе. Чтобы понять, это была моя первая МНК, я позвонил там своему другу альпинисту, говорю, что мне делать? Он говорит, иди ночуй на балконе, ты хотя бы примерно, тебе будет не так комфортно, точнее, тебе будет более комфортно. Он говорит, на балконе нормально, окно еще приоткроешь. Вот, и вы приближаете себя к тем условиям, которые будут. Вот, и хотя бы ментально пытаясь понять. Если вы как с чистого листа, это, конечно, будет для вас удивительно, но это будет удивительно и со знаком минус, потому что вы немножечко офигеете от того, что происходит. Вот. Поэтому если вы себя психологически подготовите к разным трудностям и будете к ним готовы, то, в принципе, ничего сложного для вас не будет. Да, будет где-то неожиданно, будет неприятно, дискомфортно и так далее, но вы будете себе говорить, я к себе готовился, я знал, что так произойдет, и я к этому готов психологически. Поэтому психологическая подготовка, если вы, в принципе, физически готовы более или менее, то психологическая подготовка – это тоже больше половины вашего успеха. Я не готов, но я пойду. Страдания неизбежны. Вот. В любом случае, да, то есть психологическая важная подготовка. Помните про эти три аспекта – физическая, психологическая подготовка и, конечно, снаряжение. И тогда вы придете, вы окажетесь на вершине, ну и на самом деле сложно говорить там или рассказывать, какие впечатления на вершине, но я хожу вот 10 лет, и в принципе у меня плюс-минус каждый раз, первый раз, когда я проходил, у меня были свои какие-то эмоции, впечатления, то, что я поднялся, потом я поднимаюсь с группой, я вижу их, и это, конечно, очень круто, вот, и сейчас как бы небольшой трейлер вашим будущим восхождениям, страданиям, но потом за любым страданием это всегда идет избавление от этого страдания, вот, и вы уже наслаждаетесь видом, наслаждаетесь процессом и пребываете в моменте. Я добавлю к своему. Я, например, готовилась в первый разы к муке так. Я ничего не делала за месяц, на балконе не спала. Вот, но мне помогало то, что мы ездили за пару недель на пик любви. Я ненавижу это место. А пик любви — это прогулка по сравнению с ним. Но это вот про то, как, видимо, психологически тебе помогает. Ты же все время идешь там наверх, там очень большой набор. И, ну, как бы, вроде уже и поворачивается там нерди, потому что какой-то ребенок обогнал только что. Ну вот, и люди идут. И вот мне психологически отчасти это помогало. Вот. Еще... Полугайша ближе для подготовки. Ну, полугайша проще для меня для подготовки. Ну, то есть мне... Полугайша легкая подъем. Да. И у меня есть такой лайфхак. Я не очень выносливая и все остальное. Я хожу по 100 шагов. Потом 100 превращается в 40. Ну, например, от подушки крутой подъем. И я себя уговариваю. Ну, 100 пройдешь, потом можешь подышать. И, ну, где-то я чувствую, что мне там легче, где-то я понимаю, что я уже 40 пройти не могу, там, к вершине, там, это может быть, или хуже состояние мое, или, да, там, по-другому я могу считать. Но вот этот интервал, может быть, потому что, там, у меня там дистанция пришла, но вот я считаю интервалом, мне это очень психологически помогает. То есть я иду и говорю, ну, сейчас 40 пройду.
там, до 100 досчитают. Раз, такой, ну ладно, я уже 1000 прошел, уже вот до гребня дошел. Да, то есть любой участок стараемся разбивать на несколько. И еще один такой момент, который забыл упомянуть. Что важно в психологической подготовке, важно, чтобы у вас было какое-то упражнение, не знаю, из пранаямы, из йоги, или какое-то, которое вам поможет ментально.